Дальше. Цель проекта «Наша рыба» – обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам. Рыбу завозят в магазины одной из торговых сетей. Кроме Мурманска, торговые точки работают в Кировске, Апатитах, Мончегорске и Североморске. Затем проект будет распространен и на другие города области. Бабушка, говорит. Так, мне большой? В ассортименте самые популярные виды рыбы – это треска, пикша, камбала, ёрш, зубатка, окунь и палтус. Спрос большой, в первую очередь на треску. Согласно соглашению с правительством, рыбодобывающие компании поставляют в магазины рыбу без наценки по себестоимости. Договоренности рассчитаны на 3 года. Еще такой, да? Вот. 2 будут. В это воскресенье в Рио губернатор Андрей Чибис лично посмотрел, как идет торговля, есть ли рыба. И даже сам купил несколько хвостов. И в первые же дни возникла проблема. Спрос высокий, рыбы стало не хватать. Поэтому администрациям магазинов пришлось вводить ограничения по 7 килограммов человеку, чтобы дешевую рыбу не скупали перекупщики. Понятно, что это ажиотажный спрос, но действительно большой ассортимент рыбы. И охлажденный, и замороженный. Цены ниже на треть от того, что было. И огромное спасибо и рыбакам, и торговой сети за то, что торгуют этой рыбой без наценки. Следующий этап проекта «Наша рыба» – открытие рыбных ярмарок. Они будут работать в Мурманске еженедельно с 27 июля.